Председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов от Совета, от главы города-курорта и всех анапчан поблагодарил ветерана за подвиг и вручил подарки. Пришли поздравить тебя с 75-летием битвы под Москвой. 100 грамм, нет? Нет, 100 грамм сказали нельзя, а то бы мы... Нет, вот когда выпьешься, мы придем, мы же... Поэтому здоровья тебе и мы горды тем. У нас спасибо. Остался единственный участник обороны Москвы в живых. Битва под Москвой закалила вас, и поэтому вы всю войну прошли молодцом. Поэтому держитесь там же. Николаю Никитовичу 94-й год. О том, как выстояли в 42-м, помнит в подробностях. Мы, например, не чувствовали большой подготовки к наступлению под Москвой. Нейтральная полоса, где были наши засады, обнаружили, что немцы начали отступать. И мы начали отступать. Подтвердили, вот помнишь, мы в Витязи были эти... Участники обороны Москвы, Лужков еще их приглашал, и, ну, они просили, чтоб от нас туда, к ним приехали навстречу. Николай Анохин обладает медалью за боевые заслуги, орденом Красной Звезды и почетным орденом Серебряный Крест за достойное выполнение воинского и гражданского долга. Всего более 20 различных наград. Ветераны говорили о здоровье, планах на будущее и о том, как важно помнить и чтить подвиг воинов-освободителей.